прошлом году свыше 7 тысяч человек, пользующие правом на федеральные льготы, смогли оформить электронные билеты на проезд в места лечения, санатории, лечебные центры и больницы. Все, что нужно сделать для оформления льгот, это зарегистрироваться на сайте РЖД, ввести номер электронного талона, паспортные данные и СНИЛС, после чего выбрать маршрут следования, дату отправления, вагон и место. Благодаря данному сервису получение билетов заметно упростится, ведь теперь пассажир сможет оформить бесплатный проездной документ через интернет, не обращаясь лично в кассу. Асия Тумалатова, Сиражуддин Магомедов, новости телеканала «Среда».